Так, это у нас 13 августа 2021 год, Харьков. И 20:23 по Киеву, Харьков. Совершенно случайно выбрался на съемки. Сынуля возвращался из магазина, говорит, такая луна классная. А я возвращаюсь с работы под сплошной облачностью, даже в окошко не глядел. Что там у нас с облаками? И вот это я взял ноги в руки и пошел снимать, но в данном случае вот Венера. Персиды мы прозевали, конечно, сегодня ночью, но тут я абсолютно спокоен, что ничего не прозевал, потому как несколько раз за ночь вставал, смотрел, сплошная облачность была, никаких вариантов. Вот вам Венера. И Венера уже, ребятки, не за 200 миллионов километров от матушки Земли, а за 182, что должно вас сильно порадовать. Но меня, по крайней мере, радует. Венеру я снимал, по-моему, ближе всего 82 миллионов километров. И мне, ребятки, не верили, что это серп Венеры, а не Луны. Ну вот, убивайте меня, стреляйте, но я фазу Венеры сейчас вижу. Она освещена с одного бока лучше, чем с другого, хотя расстояние, конечно, запредельное. Что меня еще сподвигло после смены рвануть на съемке, так это то, что если нам сильно сейчас повезет, облачность уменьшится и на востоке, и там мы сможем увидеть Сатурн с Юпитером. Ой, как в облачке Луна смотрится шикарно. Только сейчас в интернете отвечал на вопрос, почему так привлекает взгляд Луна. Но, ребята, не буду врать, Луна меня начала привлекать именно когда у меня оптика появилась такая. Луна перестала быть просто белесым пятном в небесах. Ты видишь ее кратер, и ты понимаешь, что это прилетало по Луне и по Земле нашей прилетало просто. Отсутствие атмосферы на Луне позволило сохранить все эти шрамы. В таком четко разбираемом виде, визуально разбираемом. Да. И там же в этом вопросе-ответе я говорил, что персиды меня все-таки не так привлекают, как вот эта красота. Линия терминатора. Вон кошачья лапка внизу. Без понятия, как это называется по науке.
И вообще астроном из меня ровно на уровне третьего слесарного разряда. Красавица. Это, конечно, соматический обман. Ну, конечно, не соматический. Ну, для меня соматически. Ощущение такое, что я чувствую даже запах лунного грунта. Хотя, конечно, никакой атмосферы на Луне нет. Я психосоматическая, а тут только психа. Ладушки, подождем еще. Ждем Сатурна и Юпитера. Есть шансы все-таки, что увидим. А пока у нас 13-е, пятница 13-е, 23-е по Киеву, август месяц в Харькове 21-го года.